Всем привет! С вами Ольга Чернова, все так же 23 апреля, все так же я работаю с грядкой. Если перед этим я показывала, что я закаливаю томаты, то сейчас я насыпанной перегной и землю разровняла и буду копать. Это уже вторая перекопка для того, чтобы перегной и землю перемешать равномерно, ну вот со старым, с прошлогодним грунтом. Я сейчас пойду копать, меня будет, наверное, не видно, я буду далеко и не слышно, но принцип действия вот этой лопаты вы можете посмотреть, потому что многие спрашивали еще раз и еще раз, как я работаю чудо-лопатой. Чудо-лопатой работать очень удобно, быстро, все. Спортсмен к работе готов. Прекрасный тренажер для милых дам. Я, конечно, не буду заставлять вас смотреть, как я копаю всю эту землю, но вы поняли, что скопка проходит быстро и непринужденно. Сейчас я все это скопаю, разровняю, буду показывать, как паркирую грядку. Копать сегодня грядку мне придется частями, потому что делается очень жарко. Если я выкопаю всю, пока я первую буду маркировать, она пересохнет. Я вот сейчас скопаю и буду закрывать пленкой, чтобы она не пересохла, потому что устанавливается очень жаркая погода. Я уже сняла шерстяные носки, сняла водолазку, которая внизу была. Короче, придется, однако, идти потом переодеваться в летние вещи. Очень жара. Хорошо, что я сегодня начала это делать, потому что в прошлом году мы дождались, когда стало совсем тепло и было работать невозможно. Вот весь потом обливаешься. Сейчас хотя бы ветерок хорошо. Вот сейчас я эту часть скопала. Дальше не буду идти. Разровняю, все сделаю и закрою пленкой. Это как раз вот два зайца убиваем. И прогреваться будет, и не будет высыхать. Потому что при высыхании потом приходится из дома носить воду и поливать еще раз. Делаешь дырочки. Ну вот у меня сейчас не...